язык. Его никто, кроме меня, понять не сможет. Вот смотри, я, например, говорю «Вечераминус доброфикус». Что? Ну вот, ты ничего не понимаешь. А я сказала «Добрый вечер», но только на своем языке. Секретном. Ой, а для чего тебе этот язык? Как для чего? Это же интересно. Это же здорово. Ты говоришь, а тебя никто понять не может. Секрет. Да. А скажи еще что-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста. Репроваликус упогодус. А? Ой. И что это значит? Только тебе и только по секрету скажу. Это переводится так. Не правда ли? Сегодня замечательная погода. Ух ты! Веснушка, а ты меня научишь своему языку? О, нет, нет, Шуня, не могу. Он же секретный, совершенно. Но я могу сделать тебя своей переводчицей. Хочешь? Переводчицей? Ну да. Я ведь теперь со всеми собираюсь разговаривать. Только по-своему, по-секретному. И мне нужен будет переводчик. А как же я буду переводить, если я твоего языка не знаю? Ну ты же находчивая. Ты разберешься как-нибудь. Язык-то совсем не сложный. Хотя и секретный. Да? Ты думаешь, у меня получится? Ой, да обязательно. Ну что? Логопаролимус? Что? Ну, это на моем секретном языке, значит, договорились. А-а-а, лого-долго-варимус. Добрый вечер, Шунечка и Веснушка. Всем привет. Добрый вечер. Антрикокус перививетус. Что-что? Чего? Веснушка сказала, что она очень рада вас видеть. Так? А на каком же это языке было сказано? На Веснушкином секретном языке. Да, интересно. А мы с Зубком принесли вам конфеты. Угощайтесь. Здравствуйте. Ура! Спасибо! Большеногус, конфератус, ям-ням. Удовольствуйте! Шунь, что не сказала, а? А, Веснушка говорит, что она сегодня уже много конфет съела и больше не хочет. Это ошибикус переводус немножус наоборотус. Конфетус очень дажес. Дажес? А, понятно. Веснушка говорит, что она даже пару лишних конфет съела и теперь вообще на них смотреть не может. Да. Вот уберите, говорит, их от меня скорее. Ну, ладно, извини, Веснушка. Мы не думали, что оно так это... Зубокмус? Отдайте, говорит, мою конфету Зубку. Мне? Ой, спасибо большое, конечно же. Нет, 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 стойте, стойте. Шуня, ты все неправильно переводишь. Неправильно? Совершенно неправильно. Ну вот, совершенно. Веснушка, но я же стараюсь. Но ведь я тоже не знаю этого твоего языка. Если бы ты мне хотя бы немножечко объяснила, что к чему. Ну как же я объясню, когда он секретный? Секрепокус языкусмус. Как-как? Секрепокс языкусмус. Ну и что же это значит? Это значит, я не хочу больше секретничать. В смысле, Веснушка говорит, что она секретничать больше не будет. Опять ты все неверно перевела, Шуня. Это ведь просто название моего языка было. Вот я сама позабывамус совсемус. Веснушка, у тебя, кажется, все языки перемешались. Да, и совершенно непонятно, что ты хочешь сказать. Ну вот, я такой язык придумала, а вы? Ну, Веснушка, ты не расстраивайся. Это очень хорошо, что ты придумала такой забавный язык. Слушать его очень интересно. Но вот договориться на нем о чем-то решительно невозможно. Почему? Ну, потому что кроме тебя этого языка-то никто не понимает. Вот и получается, что ты можешь разговаривать только сама с собой, а с другими никак. А переводчик на что? Так ведь переводчик тебя тоже не понимает. Не понимаю ни капельки. Переводчики переводят с тех языков, которые они знают. А твой язык такой секретный, что его даже и перевести-то никто не может. Да, я же не переводила, а выдумывала на ходу, что в голову
придет. Дорогая Веснушка, если ты хочешь, чтобы тебя правильно понимали, говори на нашем родном языке. Тогда никаких недоразумений не будет. Ну да, и ты с кем угодно сможешь договориться, верно? Верно. А? Ну, согласна, Веснушка? Согласна. Веснушка, ты не огорчайся. Ты ведь еще что-нибудь интересное придумаешь, правда? Придумаю. Это мне пара пустяков. Ну, давай завтра, потому что сейчас нам уже пора прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго и ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи, доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи.